ЕС готовит ответ на планы Соединенного Королевства прекратить таможенные проверки в Ирландском море. В Страсбурге евродепутаты обсудили противостояние с Лондоном после того, как в понедельник британский парламент одобрил в первом чтении пересмотр положений Североирландского протокола, принятого после Брексита. Вице-президент Еврокомиссии заявил, что не видит оснований для нарушения достигнутых соглашений. Страны, которые разделяют одни и те же ценности, должны демонстрировать единство. Мы уже столкнулись с большими проблемами на восточных рубежах. И это точно не лучшее время для того, чтобы в очередной раз нарушать международное право. По другую сторону Ла-Манша считают иначе. Власти Великобритании заявляют, что соблюдение протокола привело к политическому кризису в Северной Ирландии, а также дефициту некоторых товаров. В ЕС заявляют о намерении продолжать диалог с британцами, но напоминают, что в случае одностороннего расторжения протокола Лондону грозят коммерческие ограничения.